Всем привет, это Спортмарафон, у нас обновление расцветок франшизы Nimbus, это 25-е поколение. Кроссовки обновились еще весной, я бы сказал ранней весной, а в некоторых частях Европы они вообще появились, по-моему, в декабре 2022 года. Но это не умаляет актуальность данной модели, потому что полностью франшиза переработана. Новая амортизирующая платформа в сочетании с технологией Pure Gel отрабатывает так же мягко, как если бы этот гель был у нас во всех местах у этой амортизирующей платформы, но мы бы его видели. Здесь нет дополнительных окошек, но всю любовь амортизации от компании ASICS мы ощущаем, когда приземляемся и уходим на отталкивание. В отличие от новых Kayano 30, у Nimbus 25 гораздо мягче амортизация. В целом они приземлением и перекатом управляют примерно как GlideRide 3, но гораздо больше мягкости и в какой-то момент стопа даже немного залипает. В целом для этого по-другому был сконструирован верх данной кроссовки. Отдельное внимание уделите язычку. Он выполнен из эластичной сетки, которая очень плотно, но нежно обнимает подъем вашей стопы. Риски натереть подъем минимальны, потому что стелька выполнена по технологии открытых пор, она отлично влагу уводит под себя и демпфирует тот дополнительный объем, который может быть потребуется, если у вас высокий взъем стопы. Если у вас жесткая группа сводов, в целом мы рекомендуем устойчивые кроссовки с большим количеством амортизации. Если у вас стопа ригидная и она абсолютно плоская, то здесь нужно будет поиграть с техникой бега и также рекомендованы кроссовки с дополнительной устойчивостью, что у Nimbus 25 в целом присутствует, потому что амортизирующая платформа стала очень широкой. Нижнюю часть защищает в нужных зонах у нас технология Ахар Плюс. Это резина повышенной износостойкости. Спереди у нас микровулканизированная резина, которая добавляет сцепление на влажной поверхности, но нам показалось, что в нимбусах оно немного хуже, чем раньше, потому что рисунок данной подметки отличается от предыдущих классических версий. Если вообще перевернуть кроссовки, то я бы сказал, передняя часть резины напоминает больше Vaporfly. Это один такой большой лист резины, который перфорирован для того, чтобы сбросить вес. А вес данной кроссовки в стандартном размере 289 граммов. Еще 6 лет назад мы только могли представить, что такие по амортизации кроссовки будут весить меньше 300 грамм, а сейчас это реальность, причем реальность на очень толстой амортизирующей платформе. Сзади 40,5 мм, а спереди, внимание, у Nimbus'а 8 мм перепад, потому что спереди 32,5 амортизирующих миллиметра пеноматериала. Кроссовки по высоте сетки над пальцами сделаны, как всегда, филигранно. Сверху ничто пальцы не прижимает. И если вы подберете правильный размер, хорошо зашнуруете шнурки и зафиксируете пятку в стакане, и стопа не будет скатываться вперед, то риски повредить пальцы минимальны. В первую очередь, потому что амортизация защищает от ударной нагрузки наши ногтевые пластины. Ну и размер, высота сетки, все создает очень приятные ощущения для стопы внутри. Катайте свои километры и получайте удовольствие. Звоните в колл-центр, ребята подберут правильный размер. Приезжайте на Сайкино, и мы подберем вам разные расцветки данной модели, потому что не у всех мониторы четко передают цвет по-настоящему. Ждем вас в зале. Всем бег!